никогда не читала под музыку, тем более под такую громкую. Я надеюсь, что сегодня у меня это в первый раз и получится. Спасибо. Вот и... Спасибо. Да, мне говорят стать поближе к микрофону, я с таковым во второй раз в жизни всего лишь встречаюсь. Вот, и первое свое стихотворение я вам хочу прочитать. Говорят, стихотворение лучше слушается, если рассказать какую-то предысторию. Но предыстория у этого стихотворения небольшая. Если считать то, что я говорила перед тем, как рассказать одному человеку, я впервые его прочла маме. Я сказала тогда: «Мам, не то чтобы я много пью, сейчас вы поймете почему». Собственно, вот оно, это стихотворение. Не протрезвею я к утру, я выпила бутылку рома. В угаре пьяном я ору: чума на оба ваших дома, чума на оба ваших дома. Я ненавижу вас двоих, мне жаль, что я с тобой знакома. Я не могу любить других, мне жаль, что любишь не меня, а мне не полюбить другого. И я бокалами звеня себе плесну еще спиртного. Я в хлам, и близится рассвет. Чума на оба ваших дома, вали к ней и передавай привет. А я домой, в бутылке рома. Можно, ребята, громко. Тише, ребята, тише. Я же не могу так. Извини. Ну, громко. В общем, я хочу, правда, чтобы меня слышали. И говорю о том, что... Да, спасибо. Вот, и говорю о том, что следующий стих был написан, когда мне думалось о том, что в стихотворной форме можно попрощаться с человеком. Ну, я его прочту, а далее по следующим стихам посмотрим, как это получилось. В общем, вот. Знаешь, мне стало легче необъяснимо. Грузом тяжелым больше года не давят. Знаю я, твое сердце очень ранимо. Желаю ему быть в руках, что его не оставят. Знаешь, дни без тебя теперь просто дни, а не вечности, что искусаны мглой чернильной. Всего тебе светлого, Боже, тебя храни, и люби тебя та, что ты хочешь, любовью сильной. Знаешь, мне вдруг стало очень спокойно. Я знаю, когда-то и ты прекратишь метание. Дай Бог тебе все, что только тебя достойно. Желаю тебе не знать беды и отчаяния. Еще путей без распути тебе желаю. Пусть хранит тебя Бог и та, что может хранить. Я тебя на прощание мысленно обнимаю. И я буду спокойна. Умей только счастливо жить. Ну, собственно, следующий, не знаю, какую предысторию сложить. Наверное, мне очень хотелось, чтобы меня слышали. А так не получалось, и поэтому получилось вот такое произведение. Из комбинации невысокопарных фраз мы вечно строим наши диалоги. И все они идут в тупик из раза в раз, и вечность грустно замирает на пороге. Закутаны в истертые метафоры все слоги, тревожной нежностью почти придушен разговор. Он, как всегда, пошел по той дороге, в конце которой тупика ржавый затвор. Мы клеим буквы разговорами привстречными, кувалдой бьем по синякам избитых фраз, что без того давно до смерти искалечены. Их ждет тупик и смерть примерно через час. Им будет эта смерть освобождением, ну и как нам, словоубийцам, тупиком, в котором будет самым лучшим заблуждением, что мы
когда-нибудь к чему-нибудь придем. Просыпали время песком золотым, несветлым дождливым вечером сентября. Представь, нечто полное казаться стало пустым. Я, наверное, совсем не могу без тебя. Ночь опускалась на город беззвучно и плавно, своей тьмой обнимая дома, аллеи садов. Представь, даже то, что полезно, стало отравно. И описать, как мне тут без тебя, не хватает слов. И не рассказать, как душат ночью прохладой. Скучаю, да, очень, хотела вдохнуть, а нечем. Ты пиши хоть, пиши, мне письма будут отрадой. Ведь я, знаешь, живу сейчас лишь мечтами о встрече. Душа окутанная черной шалью тоски. Нет слов описать, как люблю тебя. Слов таких просто нет. И нет слов рассказать, каково без твоей руки. И безмерна тоска, когда вдалеке то, что стало родным. Теперь я время всегда дороплю, чтоб увидеть скорее тебя. И часы просыпают время песком золотым. В дни от тоски посеревшего сентября. Спасибо. И я сейчас, наверное, свой последний стих прочитаю. Я знаю, сегодня по регламенту можно читать еще и чужие стихи, но я, наверное, не буду этого делать. Ну, я могла бы прочесть, например, Ахматову, но кто из нас, любящих стихи, не читал Ахматовой, хоть сколько-нибудь читал каждый? Я не буду сегодня делать этого, я свой последний прочитаю. И если говорить о предысториях к стихотворениям, я бы к этому рассказала, что предыстории к любви не бывает. Что любовь — это целая история, которая остается с тобой на всю жизнь. И как бы ты ни отгоняла от себя эти мысли, они с тобой остаются. В общем, стихотворение. Ребята, так безумно громко, что я даже себя не слышу. Забудь мне напомнить об этом. Никогда мне не говори, что умру я безвестным поэтом, когда стою у твоей двери. Не напоминай мне ни словом, ни взглядом, что ты причина стихов моих. Прошу, не говори мне, проклятый, как ты сильно не любишь их. И ни за что не говори мне о том, что все скучнее со мной день ото дня. Молчи о том, что я была верным псом, и о том, как не любил ты меня. Лишь напомни, прошу, как однажды было светло, и не будем о дне, когда стемнело и грянул гром. Я по сей день не верю, что все безвозвратно ушло. Остаюсь до сих пор в душе верно ждущему двери псом. А теперь мы группу «Психо» by Альфред Хичкок вызываем на сцену. А я так подумал, ну если кому-то интересно, да, у нас есть постеры, мы их дадим всем, кто захотел. Вот если кто-нибудь хочет вот это вот, можете подходить и взять у меня. Мне не жалко, в общем-то. Но если кто-то еще хочет, может тоже подойти.
пусть у вас останется хорошая память о том, что сегодня здесь будет происходить. Музыканты могут выходить на сцену и радовать нас. We'll be right back.
Очень много народу, все чего-то ждут. А, я все объясню. У нас не работает компьютер. Нужно подождать немного, пока он перезагрузится.
We'll be right back.